Всем привет! Мы сегодня первый раз зажгли камин. Раньше не было необходимости, а сейчас для фотосессии в основном. Нам сказал хозяин, что в принципе для уюта его поджигают. Сам по себе камин не нужен, потому что в квартире достаточно тепло. Сейчас у нас будет фотосессия возле елки. Я уже свет подготовила. Каминка у меня. Сейчас папочка включил, они минут 10 сидели и смотрели на огонь. Мать убивает, а камин. Мы решили для фотосессии сделать небольшую перестановку и поставить диван к елке. Марк, может, ты встанешь, а? 15 килограмм веса довольно сидит. Класс. Ага, ну вот так отлично. Здесь будет хороший фон. Я не могу, Сань, такой уют. Почему мы его раньше не поджигали? Но от него очень жарко. Мне кажется, сейчас через час вообще жара будет, да? Класс. Так, детки, фотографироваться готовы? Марк, пойдем носочки тебе наденем? Пойдем? Зачем ты носки снял? Смотрите на нашу елочку, красавица. Я ее еще немножко доукрасила. Там регулируется, получается? Ага. А так вот делаешь, он сильно начинает гореть, смотри. Я тоже, как и так. Алин, нельзя ничего нажимать, только папа может нажимать. Он раз опять сильно сгорел. Смотрим на меня, котята, котята. Марк, о, птичка, 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 птичка. Марк, птичка. Алина, посмотри на меня, ты это взрослая девочка. Алина, носу не ковыряйся. Марк, вот так с ними сфоткаться. Господи. Марк, на птичку. Птичка, 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 птичка. Алина, в носу не ковыряйся. Птичка. Саш, ну не надо мне таких кадров. Ничего себе, тут вообще огонь. Буйство какое-то. Ты, наверное, слишком много дров положил, Саш. Марк, иди посмотри на огонь. Иди посмотри, сколько огня много. Да. Ну, что-то неинтересно ничего. Это просто шедевр. Точно. Хочешь, я тебя сфотографирую рядом с огнем, Алин? Да. Я тут фотографируюсь в разных нарядах. У меня сегодня муж в каком-то невероятном расположении духа. Я вам говорила, что он ненавидит фотографироваться и фоткать. А сегодня он меня фотографирует даже в нескольких образах. Я, конечно, не знаю, что там получится, но посмотрим. От камина нереально жарко, я думаю, что мы его будем редко зажигать, потому что очень жарко, как будто мы сейчас в парилке. Но муж сказал, что он слишком много дров положил, наверное, нужно буквально 2 полена, он 5 положил, так что паримся тут. Ну что, мы пофотографировались, поставили диваны обратно. Что ты делаешь, Алина? Я снимаю тебя. Меня или себя ты снимаешь? Тебя. Мы с детками сегодня готовим рождественское печенье. Я на днях буду делать уже по своему рецепту. Мне много подписчиков в Инстаграме написали классные проверенные рецепты. Спасибо вам большое. А сегодня из магазинного теста. Тут в Эстонии каких только нету видов подобного готового теста. Оно, кстати, не очень дорогое. По 3-4 евро. Есть дешевле, есть дороже. Я так понимаю, в зависимости от фирм. Я выбрала по средней цене, честно говоря, фирму эту не знаю. Оно ароматное, но не сильно, как раз то, что я искала, потому что детки не любят очень пряные печеньки. Муж у меня покупает готовые, сейчас вам покажу. Вот такие печеньки любит у меня покупать муж, это эстонские новогодние печеньки, но они очень пряные, настолько пряные, что, знаете, даже немножко острые, я так понимаю, из-за имбиря, и детки их не могут есть. А вот эти печеньки, я надеюсь, что они с удовольствием будут кушать. Алин, не надо его сырым тестом кормить. Все, давайте я вам помогу, мы быстро раскатаем и будем запекать, да? Я даже не знаю, какой толщины нужны печеньки. У нас, конечно, очень тоненькие. Вот снеговик какой малюсенький, я не знаю, он с полпальчика. Придумали же такие формочки маленькие делать. Марк, ну у тебя тут миллион елочек, я смотрю, да? Ой, боюсь. Ну что, слишком тонко. Давай, Алин, потолще тесто сделай, мне что-то не нравится такая толщина. Давай, снеговика. Ниже. Человечка, ну давай, он правда маленький какой-то. Нет, поближе надо к краю класть. Ага, давай, лепи. А потом уже будем перекладывать на противень. Марк, ну ты там, я смотрю, вообще занят у нас, да? Раскатать тебе? Раскатать тесто? Давай раскатаем. Смотри, какое у тебя. Все, лепи, Марк. Такое тесто пластичное, шикарно. Давай, лепи, лепи. Ну я же тебе раскатала, чего ты обижаешься? Вот, давай, елочку лепи. Что ж такой недовольный? Посмотрите на него. Вот-вот. И сейчас отшвырнет. Ну, давай. Вот Марк у нас. Какой злой мальчик бывает. Марк, надо запомнить, какой ты у нас был. Алин, надо было рядышком. Ну, ладно. Ну, что у тебя тут получается? Вау! Снежинка? Дальше. Кого еще?
Давай еще человечка. Они такие миленькие. А, снеговика у тебя нету ни одного. Давай, снеговичка. Поближе, ближе к краю, Алин, чтобы побольше теста у нас. Ага. Молодец. Ну что? Столько радости, посмотрите. Выкладываем. А, кстати, в России продается готовое тесто для печенья к рождественских? Я почему-то ни разу не видела. Ну, точнее, честно говоря, я и не искала его, потому что детки у меня еще маленькие на тот момент были. Мы как-то готовили обычные печеньки, не рождественские. Но мне интересно этим заниматься именно сейчас, так как детки подросли, они уже все понимают, и им это все нравится. Да, Алин? Марк тоже свою лепту вносит, посмотрите. Марк, и как это называется? Что это такое, котенок? Это человечек мой. Марк, давай мы с тобой вместе вырежем, и ты сам положишь. На, лепи, Марк, сделай мне. Давай, давай. Ну давай, вылепи. Он испортил нам человечка. Ну что, первая партия у нас готова. И у нас еще половина теста, так что я думаю, два противня получится полных. Детки уже ждут, не дождутся. Марк, аккуратно, а то горячая духовка. Вкусно пахнет. Вкусно? Кто будет первый кушать? Я. Ну что, вот такие прянички у нас получились. Они сначала мягкие, а потом, когда засыхают, становятся твердые. Видите, я не знаю, что я не так делаю. Они все так получаются. Смотрите, магазинные, они тоже твердые, но их делают тонкими, чтобы вот так вот ломать и кушать. Мои, так как я делала их толстыми, вообще нереально есть, приходится их размачивать в чае. Пряники я никогда не делала, я всегда делала обычные печеньки песочные. Вот и не знаю поэтому, как их запекать. Может быть, их нужно было или очень тонкими делать, или потолще, чтобы они были мягкими. Когда я их вытащила из духовки, они были мягкие, но потом остыли и затвердели. В общем, я даже украшать их не хочу. Завтра я приготовлю печеньки уже по своему рецепту. Ванильные, песочные какие-нибудь. Тебе нравятся хотя бы, Алина, они? Да, конечно. Вкусные? Да. Ты же говорила, что ты не любишь такие острые печеньки. Нет, эти не вкусные, А какие ты? Мамины кушаешь? Вот эти? Да. Ну, они одинаковые, честно говоря, по вкусу все равно острые. Что магазинные острые, что эти. Из-за имбиря, мне кажется. Я имбирь вообще ненавижу ни в каком виде, поэтому, возможно, эти печеньки мне не очень нравятся. Марк, ты тоже размачивать научился? В чай не кидай. Вот так, смотри. Опускаешь, держишь и кушаешь. Как сухарики. Помните, я такие сухарики покупала, Алин, которые в чае размачивать надо было? Ну, мы не купили. Ну, что я вам скажу, несмотря на то, что печеньки не особо удались, осталось буквально два пряника. Мы тут втроем их все съели, да, Алин? У Марка, видите, какая чистота. У нас еще есть. Где еще? Вот. А, ну те слишком твердые получились. Нет, нет, еще будем. Будем все равно кушать? Тебе понравились? Да. Потому что мы сами их готовили, да, Алин? Покажи, кого ты сейчас кушаешь. Человечка? Да, без головы будет. Ты съела голову ему? Скажи, бедный человечек. Бедный человечек. В носу не ковыряйся за столом. К нам сейчас приехало море пакетов с доставкой продуктов. Здесь уже часть на новогодний стол. Я думаю, сниму отдельное видео, покажу вам, что вообще буду готовить, расскажу точнее, и какие продукты я закупила. Знаю, что многие даже списки составляют покупки продуктов по моим вот этим новогодним видео. Так что такое видео, наверное, вечерочку постараюсь снять. Но здесь часть, в любом случае, что-то еще докупаться будет, прям числа 30-го. Но основные продукты я уже купила к новогоднему столу. Я тут в ночи готовлю очень интересный рецепт. Это горячее блюдо, называется запеченная свинина под шубой. Шуба у меня будет из картофеля, сыра, других ингредиентов. На днях смонтирую и выложу, так что ждите такой рецептик. Очень классный, я буду готовить это горячее блюдо на Новый год. Вот что значит, новогодние праздники приближаются, народы в городе просто толпы. Мы сейчас ехали в автобусе битком набитым в первый раз в жизни, наверное. Ура, мы приехали в торговый центр, он просто огромный. Сейчас зайдем в ресорт. И в H&M. Вот эти два магазина мне важны, а остальные посмотрим. У нас так сейчас хорошо, снежочек падает. Мы в районе Хаберсти, как-то так этот район называется. Мы елку, кстати, покупали вон в том торговом центре, рядышком совсем. Пока искали елку, я все торговые центры здесь уже запомнила, изучила город. Алинка все не может пройти мимо блестящих платьев. Пойдем. Ну что, в ресерт все разобрали. Можно будет, конечно, через интернет заказать, посмотрим. Олененок, давай пойдем скорее.
Смотрю какие-нибудь нудики себе, ничего не могу найти. Шапки все продаются с помпонами. Я не хочу с помпоном носить. Но черную шапку я не хочу. В общем, не могу себе ничего выбрать. Такой уютный магазин, все для дома. Но мы сейчас с детками не будем заходить, не до этого. Так красиво оформлен торговый центр. Здесь детские отделы и вот такие мишки. Алин, ты видела мишки? Посмотри на люстрах. Я упаду здесь. Ну, тебе туда не надо залазить. Посмотри, сколько мишек, как это здорово. Здесь самые разные детские магазины. Но нам, опять-таки, они сейчас не нужны. Парикмахерская детская. Здесь есть детская комната. И вот такие креслица. Пойдем, Алин? Давай визитку возьмем, мы сюда Марка потом приведем. Я взяла визитку. Как надумаем подстригать Марка, надо будет сюда приехать. Но если мы ближе к нам ничего не найдем, потому что этот торговый центр не особо близко. А здесь посмотрите, как здорово украшена камера. Даже не передает, как светятся эти огоньки. Алин, посмотри. Здорово украшено. Как же я люблю Новый год. Марк, видишь огонечков сколько, котен? Ну что, мы купили немножко подарков, едем домой. Я мужу не нашла свитер, который хотела ему купить новогодний, потому что все раскупили. Мне нужно будет через интернет заказать в Resurved. Вроде правильно называют этот магазин, все время мучаюсь с названием. Это не коньки, это ледянка. Ну что, вы идете? Он проснулся только что, видишь, сонный. А ты так медленно? Алин, нужно тоже ледянку купить, и будем вас на ледянке катать, да? Да.